Рано прощаться. Мэр Омска Вячеслав Двораковский, вероятно, задержится на посту градоначальника. На данный момент в городе не осталось ни одного кандидата, чтобы занять его кресло. Последний из претендентов, Андрей Ярошевич, взял самоотвод, попросив не включать его фамилию в список для голосования. Ранее также поступил и министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов, сославшись на состояние здоровья. А еще раньше из борьбы выбыл зампред правительства Станислав Гребенщиков. Причину он назвал ту же, что и Куприянов. Однако, по мнению экспертов, дело в деле уголовном, которые завели на Гребенщикова. А вот почему Ярошевич пошел на попятную, отказавшись в шаге от победы, пока не ясно. В итоге Омск остался без кандидатов в градоначальники. Он реально, может быть, оценил свои возможности на пост мэра. Для этой должности необходим запас и знаний, и опыта, и связей, что немаловажно, и поддержка. Даже если они не будут закончены до 11 июля, то по действующему законодательству федеральному на период до избрания нового мэра исполняет обязанности действующий мэр.